Еще один полезный совет для визажистов. Если вы новичок, для вас такой проблемы нет. А если вы уже работаете давно, и если вы работаете часто, и если кистей у вас много и много макияжей, то, конечно же, вы знаете, что есть такая проблема с мытьем. И чем больше вы моете кисти, тем быстрее скукуживаются ваши руки. Итак, что вы видите? Слева варежка от Sigma, но это не варежка от Sigma. Дело в том, что на варежке от Sigma два больших пальца. А это аналог. Всего за 600 примерно как-то так рублей. Все то же самое. То есть внутри у нас такая красота. Такая махрушечка. Все прекрасно. Да, если как бы 600 рублей пока нет, вы можете воспользоваться силиконовым массажером из Fix Price. Кстати, казалось бы, да, я купила неплохую варежку для того, чтобы стирать кисточки свои, мыть их. Но вот такую вот силиконочку вторую я вам советую иметь, потому что есть трудновыстирываемые продукты. В частности, гелевая подводка, красные яркие насыщенные помады. И, ну, много-много ярких каких-то кремовых текстур, которые, если попадут, то, поверьте, выстирываться они будут так же долго, как и из кистей. Вот, поэтому я советую как бы здесь смывать сухие продукты, не сильные загрязнения. А там, где действительно ядреные краски, пользуйте что-нибудь подешевле из серии «Не жалко выкинуть». И сто это выстирывается постепенно, но просто как бы, когда варежка выглядит симпатично и равноцветно, ну, как-то вот приятнее просто. Значит, что касается того, чем вы моете. Подойдет вот такая пенка «Улетай». Подойдет вообще шикарнейшим образом подошла пена для ванн, такая в литровой бутылке с сотами. Она так сильно пенилась вообще, девчонки. Вот все-таки в Фиксе можно найти хорошие штуки. Она у меня очень быстро ушла. Она очень сильно пенилась, и она просто суперская. Вот, значит, важный момент, девочки, что кто, может быть, новички не в курсе, вот так сушить нельзя, нужно сушить либо так, для этого есть специальные подставки, на которые я все не разживусь, но, если честно, мне ее мало, это нормально будет для тех, у кого, не знаю, там, 15 кистей, например, мне такое бесполезно, потому что вот, ну, уже какая тут подставка, что смеяться-то? Это то, что практически все время в ходу, потому что такие текстуры так, такие текстуры этак. Если вам это интересно, задавайте вопросы. Надеюсь, видео было вам полезным. Всем всего хорошего. Пока!